Район Монти является первым районом из 22 районов Рима. На гербе района изображены три небольшие горы. В него входили несколько римских холмов. В переводе с итальянского «Монти» – «горы». И поэтому название района очень легко запомнить. В низменной части современного Монти находился античный район Субура. Поскольку население нижней части района состояло из низших слоев городского населения, они жили в ужасных условиях. Район был многолюдный, грязный, шумный и прежде всего опасный, в том числе и из-за многочисленных пожаров. Многоэтажные здания в античном Риме называли инсулами. В то время они были уже высотой более 5 этажей, и там проживало неограниченное количество семей. В этом районе правила преступность и безнравственность. В Субуре были самые известные публичные дома, таверны. В этом районе родился Юлий Цезарь. Переодетый Нерон гулял по этому району, чтобы узнать, что люди думают о нем. И Миссалина любила бывать здесь. Она вошла в мировую историю как самая знаменитая распутница и интригантка Древнего Рима. В то время как самые роскошные дома были построены в более высоких частях района. Субура происходит от латинского слова «субурбе» – «под городом». Уровень улиц здесь был намного ниже, чем сейчас, и поэтому разница в высоте между Субурой и Палатинским холмом, где находился город, была очень заметной. На руинах Субуры и форума в средние века были построены дома и башни аристократических семей, некоторые из которых до сих пор сохранились, даже если они были сильно изменены. Я вам сегодня их покажу. В 18 веке район был разделен и построены новые улицы. Теперь уже сложно сказать однозначно, где находился район Субура и какая у него была протяженность. Перепланировка города была не только после объединения Италии, но и во времена Муссолини. Также перепланировкой занимался и папа Сикст V, именно он начал украшать город обелисками, и в районе Монти находятся три обелиска. На площади Сан-Джованни и Латерано самый высокий обелиск, на площади Эксквилино напротив базилики Санта-Мария-Маджори и на площади Квиринале. Район Монти – очень красивый и зеленый район города. Он сохранил свое очарование. Несмотря на то, что, прокладывая новые улицы, было стерто с лица земли много зданий, он сберег свое обаяние и смог донести до нас историю. Прогуливаясь по улицам этого района, мы будем знакомиться с его достопримечательностями, многие из которых уже трудно найти, но я вам их обязательно покажу. Римские музеи пополнялись античными находками, которые были найдены во время строительства дорог. Очень многие статуи, найденные здесь, находятся в Палаццо Массимо. Большая часть района Монти занимает территорию древнеримского района Субура. Несмотря на то, что район полностью перестроен, в нем все-таки сохранилась планировка улиц Древнего Рима. Это маленькие переулки. В древние времена район Монти был густонаселенным, но в средние века акведуки были разрушены, и народ перебрался жить ближе к Тибру. В то время вода из Тибра была еще пригодна для питья. И самым густонаселенным районом Рима стал считаться район Кампо Марцио. Но район выжил и продолжает жить. В трудное время пустующие земли были засажены огородами и виноградниками. Кстати, виноградные лозы и до сих пор можно встретить на улицах этого района. В 1870-х годах после объединения Италии виноградники были вырублены, а на их месте построили дворцы. Сейчас район Монти представляет собой узкие улочки и переулки, и почти все они идут под наклоном. Здания построены в разное время и имеют разную высоту и цвет.
Поскольку пожары были обычным явлением в античном Риме и прежде всего в районе Суббура, решили построить уже во времена Августа гигантскую стену, которую можно увидеть и сегодня. По одну сторону мы видим форумы, по другую сторону – остатки древнего района. Эта стена отделяла неблагополучный район от форумов. Мы находимся на улице Тур-де-Конти. Она берет свое название от башни, которая возвышается в конце улицы. Эта улица проходит вдоль мощной стены, возведенной при императоре Августе где-то во втором году нашей эры. Высота стены 30 метров. Даже сейчас она нам кажется высокой. Но если мы посмотрим со стороны форума, то увидим полный ее размер. В стене есть арка Пантани. Это был вход на императорский форум. Возможно, но это только предположение, что здесь стояли двери, которые можно было по необходимости закрыть. Арка была посвящена Германику, и до средних веков ее так и называли. Но так как в средние века эта местность подвергалась частым наводнениям, и земля здесь была заболоченной, арку переименовали в арку Пантани. Пантано в переводе с итальянского – болото. Где-то в XI веке были засорены стоки в Клоаку, в античную систему канализации Древнего Рима. После сильных дождей и наводнений вода, которая скапливалась, сбегала именно через эту арку, заливая район. Здесь был целый рассадник заболеваний, в том числе и малярии. Пока в XVI веке по воле папы Пия V эта территория не была восстановлена и очищена от засоров. Конечно, еще много лет воздух был зараженный, и здесь были ужасные санитарные условия. Теперь для нас арка Пантани – это место, где можно остановиться и насладиться захватывающими видами на форум Августа и Нервы. Давайте обойдем стену вокруг и посмотрим на арку Пантани со стороны форума Августа. Вот это арка Пантани. Форум Августа. Арка Пантани. И стена, которая была возведена для того, чтобы отделить форум от неблагоприятного района. С левой стороны от стены находится старинная церковь святых Кирико и Джулитты, названная в честь сына и матери. Когда именно была построена первая церковь, неизвестно. Кирико и его мать Джулитта – мученики за христианскую веру времен императора Диоклетиана. Это 304 год. Молодая вдова знатного происхождения отказалась приносить жертвы языческим богам. Ее стали мучить на глазах трехлетнего сына. И ребенок воскликнул: «Я тоже христианин». Церковь была очень много раз перестроена, и даже вход у нее был с другой стороны. Как же так, церковь и без колокольни? Если внимательно присмотреться, то колокольня зажата между отелем и церковью. Это хорошо видно с высоты или с императорских форумов. Вон там виднеется колокольня. Отель-форум находится на территории монастыря. Он был построен в XVIII веке. А здесь очень хорошо видно стену, церковь и отель. Рассматривая Торре-дей-Конти, мы видим жилой дом-башню. Она была построена в XIII веке папой Иннокентием III для своей семьи. Эта башня была возведена на остатках античного храма. Их еще до сих пор видно у основания башни. После возведения башни она была покрыта мрамором. Этот мрамор взяли на соседних форумах, на форуме Августа, Цезаря и Нервы, но чуть позже этот мрамор убрали и использовали в других местах. Сейчас от башни осталось всего 29 метров, а в XIII веке эта башня была 60 метров.
Башня была самая высокая, и кверху она сужалась. После землетрясения в середине 14 века она была частично разрушена и заброшена. И только в 17 веке башня была отреставрирована. В это время был укреплен фундамент, и эти укрепления видны до сих пор. В 1933 году, когда здесь вокруг проходили археологические раскопки, был найден средневековый дом. Его отреставрировали, и сейчас это центр, в котором встречаются и проводят время пенсионеры этого района. С Виа Тур-де-Конти мы сворачиваем на Виа делла Мадонна де Монти. Эта улица в древние времена называлась Арджилетум. Она была частью района Суббура и вела с района к Римскому форуму. А вот здесь находится музей рождественских вертепов на уровне раннесредневековой церкви, где можно увидеть не только вертепы, но и фигуры святых, одна из которых датируется 9 веком, а другая 11. Из-за пандемии сейчас музей закрыт, но как только откроют, я вам обязательно его покажу. Говорят, что евреи никогда не проходили этим путем, чтобы избежать бань Тита, завоевателя Иерусалима. Прогуливаясь по этой улице, можно встретить дома, построенные в 16, 15, 14 и даже в 13 веке. Улица берет свое название от церкви Санта-Мария-дей-Монти, которая находится в конце улицы. Ну и, конечно же, сохранились остатки средневековой темной башни. Так ее раньше называли. В средние века башни были резиденциями аристократических семей и символами их власти. В Риме было очень много башен. На протяжении веков многие из башенных домов пострадали от землетрясений и были снесены. В эпоху Возрождения был создан новый стиль жилого здания. Башни или включали в новые здания, или полностью сносили. Этой башне повезло, она дошла до наших дней. От Виа делла Мадонна дей Монти направо отходит Виа делла Поццола. Название улица получила от небольшого колодца, который находился в конце улицы. Дома здесь все средневековые, и можно рассмотреть, как были пристроены даже туалеты в этих домах. В конце улицы находится церковь Санта-Мария-ай-Монти. Она расположена почти в центре района. На месте церкви находился старинный монастырь 13 века, в котором проживала община. В одной из комнат монастыря была изображена Мадонна с младенцем. Когда община покинула монастырь, комнаты использовали для жилья, а также несколько комнат были складскими помещениями, в том числе и та комната, где была изображена Мадонна. Но со временем Мадонна была заложена стеной. Люди стали замечать что-то неладное с этим зданием. Оно содрогалось, как при землетрясении, и жители думали, что его преследуют духи. Однажды, в 1579 году, рабочие хотели снести стену сарая. После первого удара по стене они услышали голос, молящий не причинять вреда ребенку.
Тогда рабочие стали разбирать кирпичи руками и нашли прекрасную фреску, изображающую Мадонну с младенцем. Новость, конечно же, разлетелась по Риму, привлекая большое количество людей, и на этом месте стали происходить чудесные исцеления. А потом уже целыми днями большие толпы людей приходили сюда. Папа Григорий XIII решил построить на этом месте церковь, где будет храниться чудотворный образ Мадонны с младенцем, и поручил заняться этим архитектору Джакомо де ла Порта. В районе Монти очень много церквей, которые привлекают внимание паломников и туристов. Но я сегодня хочу зайти еще в одну церковь – в церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи. Давайте перейдем улицу Кавур и поднимемся по лестнице Борджиа. Она приведет нас к церкви Святого Петра в Веригах. Название церкви связано с тем, что в ней находятся вериги, цепи, которыми, согласно преданию, был связан святой Петр во время своего нахождения в тюрьме. Сейчас цепи находятся под главным алтарем. Эта церковь была построена специально для хранения вериг. Кто-то стремится прийти сюда, чтобы поклониться святыне веригам святого Петра, в которой был закован апостол, а кто-то приходит сюда увидеть гениальную скульптуру Микеланджело. Папа Юлий II заказал гробницу, когда еще он был жив. Первоначальный проект состоял из 47 статуй. Но из-за того, что папа Юлий II в это же время поручил Микеланджело заняться росписью потолка Сикстинской капеллы, а этот грандиозный проект занял у него почти 5 лет, на момент смерти папы гробница еще не была готова. После смерти папы его семья не хотела больше тратить деньги на гробницу. Это еще больше замедлило ход работ. Гробница была завершена Микеланджело только спустя 40 лет после заказа. И конечный результат значительно отличался от первоначальной идеи и был полон деталей со смыслом. Было очень тяжелое время инквизиции. Люди не могли говорить напрямую, это было опасно. И поэтому много тайн спрятано в тайной символике произведений искусств. Людей, которые хотели изменить католическую церковь, становилось все больше и больше. Микеланджело изменил скульптуру Моисея в последний момент – он повернул его голову влево, а сначала Моисей смотрел прямо на алтарь. У Микеланджело появилось недоверие к церкви, поэтому он отводит взгляд Моисея от алтаря, тем самым подчеркивая, что связь человека с Богом может осуществляться и без помощи папы. Микеланджело понимал, что символика в этой гробнице может стоить ему жизни, и сжег все свои рисунки. Моисей поражает своей загадочностью. Тело напряжено, вздуты вены на руках. Еще Моисея часто называют Моисей с рожками. В Библии говорилось, что когда Моисей нес скрижали, лучи исходили от его головы. В то время слова «лучи» и «рога» писались одинаково, поэтому Моисея стали изображать с рожками, считая их символом божественной мудрости. У папы Юлия II была железная воля и юношеская энергия. Судьба дала ему немногие годы могущества, и он торопился наверстать потерянное время. Папа Юлий II был самым большим покровителем живописи из всех пап. Для него работали Браманте, Рафаэль, Микеланджело. Каждый час их жизни был заполнен работой во имя славы папы. А на гробнице папа кажется очень маленьким, и не сразу его можно заметить. Все внимание привлекает Моисей Микеланджело.
Под главным алтарем находятся вериги святого Петра. На этом наша небольшая прогулка заканчивается. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца и поставил лайк. До новых видео, друзья!